Всем привет, мои хорошие! Пришла посылочка из магазина Grand Stock. Вот такая вот. Прежде чем ее распаковать, я вам хочу сказать несколько слов о магазине Grand Stock. Grand Stock – это магазин бюджетных товаров от ивановских производителей. В этом магазине собрано обширное количество товаров разных категорий. Там есть текстиль для дома, для мужчин, для женщин, для детей. Есть еще ювелирные изделия приволжских производителей. Но чем привлек меня этот магазин? Ну, во-первых, продажа в розницу без минимальной суммы заказа. Возможность оплатить наложенным платежом заказ, если заказ до 7 тысяч рублей. Если заказ свыше 7 тысяч рублей, то будет доставка бесплатная, но там нужна будет предоплата. На сайте свыше 25 тысяч товаров различных категорий. Как я уже сказала, там и украшения, текстиль для дома, постельное белье, и занавески можно купить, и разное другое. Для мужчин, для женщин, для детей огромное количество товаров. Товары очень хорошие и цены недорогие. Есть собственное производство, продаваемое под брендом Аванави. Есть различные скидки. Более 3000 товаров продается со скидками до 50%. Заходите, распродажи, хорошие цены, классные. Кстати, вот сейчас на мне платьечко. Это из прошлого заказа, который я заказывала в прошлый раз в Grand Stock. Платьечко мне очень нравится. Вот оно такое хорошенькое. В наше сейчас сложное время я решила поддержать отечественного производителя. И поэтому я заказываю товары из Иваново, девочки. Они доходят быстро, и товары очень качественные и недорогие. Ну, давайте посмотрим, что же у меня там в посылочке. В конце-то концов, мне уже не терпится посмотреть. Ну что, девочки, давайте рассмотрим, что же я там заказала на этот раз. Сарафан женский, модель 63-458. Цена 834 рубля. Девочки, все я заказала 52 размера, кроме куртки, куртку на размер больше. Вот такая симпатичная расцветочка. Но вы уже знаете, я люблю яркие вещи. И вот как похоже на этот, только еще ярче. И эта ткань потоньше, это вискоза. Смотрите, какая красивая. Сарафанчик такой вот для дома, не только для дома вообще. Отлично, какие цвета яркие. Просто прелесть. И вот оно для лета, когда жарко, как раз вот без рукавчика, то, что нужно. Ой, мне уже нравится, я хочу примерить. Здесь качество, девочки, очень хорошее. Все обшито, видите, обстрочено по кругу, на горловине, на рукавчиках. Внизу строчечки такие вот ровненькие. Вот оверложено. Все очень хорошо сделано. Ну что, осталось померить эту вещь, да? Девочки, следующая вещь. Это туника женская, модель 63-525, цена 585 рублей. Мне нравится, что каждая вещичка вот так аккуратненько запакована. Все здорово. А вот это уже трикотажик. Трикотажик прям люблю. Обожаю трикотажик. Вот такая туничка. Рукавчик такой вот небольшой, коротенький. Розовый мой любимый цвет. Без него я никак жить не могу. Вот такие вот кармашки. Кармашки с двух сторон. Ой, приятные, приятные вообще
приятная-приятная вещь. В общем, внизу вот такие вот котятки. Вот такие котяточки внизу. Это как раз мне для дома. То, что нужно. Следующие девочки, это халат женский, модель 54926, цена 691 рубль, сиреневый такой с цветочками, сейчас открою, посмотрим. Мои любимые цвета, да? Яркие цвета. Вот такой вот халатик. Он идет с коротким рукавчиком, вот с таким красивым принтом впереди. Видите, цветочки розовые на фиолетовом. Ну, длина, я думаю, здесь идет по колено, как раз вот то, что нужно для моего возраста. Слишком короткие носить нельзя. Так, ну и что, здесь идет на молнии впереди. Впереди молния, и дальше у нас идут внутренние кармашечки. Вот такие внутренние кармашечки. Кармашки с двух сторон. Вот еще одна такая красивая вещица появилась в моем гардеробе домашнем. Надо мерить, да? Померяем. Девочки, я на этот раз себе прям вот не отказала. Я просто увидела, но не смогла удержаться. Куча вот таких вот летних хороших халатиков, сарафанчиков. Ну, в общем, заказала себе несколько штук. Вот этот сарафан женский 49108 модель, цена 739 рублей. Вот такой расцветочки. Расцветочка похожа на джинсовую ткань, но это трикотаж. Это трикотаж. И вот на таких вот бретелечках, как я люблю по дому ходить. И очень красивые цветочки. Тут впереди вот такой принт. Ну а дальше это идет просто прямая. Прямой сарафанчик. Кармашков тут нету. Тонкая такая приятная ткань трикотажная. Это как раз вот для лета, в жару, вот прям то, что нужно. То, что нужно, то, что я люблю. Это мое. Ну, надо померить, да? Не терпится померить. Ну еще, девочки, без ярких тканей я, конечно же, не могу. Туника женская 63-687, стоит 613 рублей, 52 размер. Интересно, да? Интересно, что там? Вот такая вот туничка,
она длинная, а наверху она как маечка. И как она боксерка, да? Боксерка называется. Вот такая вот туничка для дома. Тоже вот хороший цвет. Мне нравится такой цвет. Он освежает. Яркая осветочка, классная. Натали изготовлена. А Натали изготавливает модные вещи. Ну, а дальше у нас идет халат женский 47320, цена 839 рублей, 52 размер. Вот такой вот цветастый халатик. Впереди кармашки, два кармана. Красная отделочка. Ну, вот такой яркая расцветочка. Впереди отделочка, видите, красненькая вот такая. Тоже с коротким рукавом. Тоже вот такой вот для дома. На молнии. Здесь есть поясок. Поясок вшитый. Его можно будет сзади просто завязать, и все. И вот такой нормальной длины, по колено, не короткая. Вот такой халатик. Надо одеть и посмотреть. Дальше, девочки, я для осени заказала себе еще легкую такую курточку женскую. Модель 53704, цена 1339 рублей. Я взяла на всякий случай, на размер больше, так как курточки одеваются поверх одежды. Я не знаю, что под низ я одену, но чтобы она не была маленькая, лучше пусть будет просторная, размер 54 я взяла. Вот такая вот курточка. Мягкая такая ткань, прямо байковая какая-то, да, с высоким горлышком, как раз, чтобы горлышко не замерзло. Так, длинный рукавчик, внизу рукава манжетик. Курточка просторненькая, на молнии впереди. У нас есть тут кармашки внутренние, глубокие карманчики, там телефончик, ключики не потеряется. И вот здесь на поясе есть вот такие завязочки, можно затянуть по поясу и все. В общем, хорошая такая вот вещь. Внутри она такая же тепленькая, вот с начесиком. Снаружи и внутри она идет с начесиком. В общем, такая вот курточка, она с одной стороны мягкая, с другой теплая, вот прямо то, что нужно, то, что нужно. Мое.
Девочки, заказала для кухни еще полотенца дополнительные. Я все время их заказываю. Лишними никогда не бывает. 30 на 60 размер. Это для рук полотенца. Модель 56728. Цена 172 рубля. Вот с таким рисуночком полотенца. Такое полотенце можно даже подарить на подарочек. Вот, видите, такое симпатичное детское. Я еще подумаю, может быть, я и подарю действительно, а может быть, себе оставлю. Еще не решила, надо подумать. Ну, хорошенькое полотенчико, мне нравится. Ну и еще, девочки, я заказала себе новые шторы. Вот такого бежевого цвета. Я решила, что мне нужно сменить на более светлые. У меня бежевые висят, но они потемнее. Шторы эти из вискозы. Здесь их две штуки. Модель 61541. Размер шторы 150 на 250. Это одной штуки. В общем, комплект стоит 882 рубля. Ну что, эти шторки надо распаковать, повесить и посмотрим, как они будут уже играть, какими красками на моем окне. Вот так, девочки, с левой стороны висит новенькая занавесочка, а с правой стороны старенькая. И мне кажется, что новенькая выглядит просто очень приятный и нежный такой цвет. Сейчас я повешу вторую, и будет все прекрасно. Но солнце пока сюда не светит, мне трудно судить, пробивает солнце или нет, при том, что у меня на окнах там еще белые занавесочки есть. Но мне нравится. О, какая красота! В общем, мне все нравится. Я повесила, все прекрасно. Ну вот и все, мои хорошие. Я вам показала все свои покупочки, все свои обновочки. Всеми покупочками я довольна, мне все понравилось. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Заходите, выбирайте, есть скидочки, есть разные товары. И качество товаров очень хорошее. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!